Здравствуйте, добро пожаловать на нашем канале. Как вы видите, впереди площадка детская под этой стеной. Дети играют. Здесь вы видите снова же тавер. В конце концов мы отъезжаем с него. Была, скорее всего, смотрела табор. Я немножко за деревьями спрятался. Такая большая поляна, такой сквер перед ним. Люди там сидят себе, как в амфитеатре, скажем так, на таких ступенечках, смотрят, да, перед ними. Ну а здесь уже люди имеют пикники, потому что все знают, что 3 выходные очень часто не встречаются. Spring Bank Holiday. Это что у нас есть? Glory of God. Это какая-то стена памяти, мне кажется. А здесь Smoking Tower.
Так. Ну, снова пешеходный переход. Снова. Снова надо подождать на светофорах. Здесь мы сегодня проходили, мы сегодня не сделали видео возле этого сада. Очень приятный там. Вестминстер Бридж, видите там вдалеке, через окно. Вестминстер Бридж возле Лондон Айя. Видите, такой еще автобус.
бьют колокола. А, Монреаль Плейс. Это Монреаль Плейс. С этой стороны. Gibraltar House. Да, это эти улицы, этот район театров. Очень много разных театров. Независимых, и таких королевских театров. Государственных, частных. Очень много интересных продукций делают. Но здесь это... Ein Kreislaufband.
Район, насколько я понимаю, называется Чан. Вот, который мы приезжаем. Очень-очень много. Название включает, что это... Да, это слово. А ты? Ну, если арт понимаешь, то... Да, это впереди от нас. Здесь находится трапорт. Вот, видите, сколько флажков. Мне кажется, они что-то празднуют. Может, какой-то праздник. Красиво, правда? Канада должна быть. А, Канада хаус. Это какой-то культурный дом. А, Канады. Сейчас люди будут высаживаться здесь на Трафалгар Сквер, да? А мы с вами сделаем еще одну часть нашей серии о нашем путешествии в Лондон. Я экскурсию, которую мы имели на Трафалгар. Что хорошо, спасибо, что нас смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Пока-пока!